канала. Я приветствую вас в центральной Паттайе. Сейчас мы с вами померим температуру воды и воздуха на 25 октября 2023 года. У нас в Перми уже есть снег, ну а здесь сейчас мы посмотрим, сколько градусов. Ну а вы ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Татьяна Деревенька. Поехали! Ну и температура воздуха на 25 октября 33,6 градуса. Ну и меряем море. Зайду поглубже. Море ничем не пахнет. Ну и любуемся на вот такие виды. Бомбические. Находимся мы сейчас в центральной Паттайе. Место просто изумительное. Ну и знаковое для россиян. Ну и температура воды на 25 октября 32,2 градуса. Сейчас с вами посмотрим обзорчик на сувениры. Посмотрим, сколько стоит курс бата, сколько курс доллара на сегодня. А вы обязательно подпишитесь, поставьте мне лайк. Поехали! Ребяточки, скажу вам по ценам на номера в отеле Pinewood. 3 звезды с завтраком. Сейчас вам покажу цены подробненько. Есть бассейн. В каждом номере есть микроволновка, есть посуда, есть стол. Номера очень большие. У меня очень большой номер, больше 40 квадратов. Номер у меня на двоих. Сейчас покажу вам цены. Ну и вот такие цены, если будете сами снимать. На двоих 850 бат будет стоить номер Superior, на месяц 22 тысячи. Завтрак здесь по меню, есть свой бассейн. Мне этот отель очень понравился, то есть все в шаговой доступности, можно добраться в любые локации, все рядом, очень удобно. Кажусь, еще басик вам. Все чисто, аккуратно убирают, очень хорошо. Завтраки по меню проходят. Такой бассейнчик. Есть Wi-Fi, бесплатный в лобби. Депозита нет в отеле. Мне очень понравился отель, поэтому я вам его и покажу. Тут можно искупаться. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Смотрим сейчас цены в Паттайе на 25 октября. Здесь у нас ресепшн. Смотрим температуру воды и воздуха. Смотрим. А так вот здесь можно, кстати, за 600 бат снять, чтобы вы понимали. Но разница 200 бат. Смотрим сейчас с вами также, сколько стоит еда в Паттайе на 25 число. Смотрим также с вами основные цены. Все зайдем, посмотрим Бикси. Но вы, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал Татьяна Деревенька. Смотрим дальше. Напротив отеля большой рынок с самолетиком. Здесь абсолютно все есть. Это вторая пляжная. Сейчас покажу вам курс на 25 октября. Входим в CA6, здесь exchange. Ну а мы найдем самый выгодный курс. Удивило количество заброшек, ребята. Сейчас. В центре Паттайи. Кстати, многие не справились с короной. Смотрится, конечно, так урбанистически. Все хочется туда попасть, но это очень опасно. Сами видите, в каком состоянии здание. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Здесь 0,3 рубля дают за 1 бат. Доллар упал 35,91. Смотрите, где я нахожусь.
New Plaza, Исузи, улица вот Change Money. Это 8-8 Паттайя. Арендовать мотобайк можно здесь от 150 бат в день. Очень выгодно. Сейчас еще покажу цены на чемоданы. Как обещала своей подписчице. Бензинчик тоже есть. Можете посмотреть цены. Быстренько ухожу. Тайский массаж. Он примерно везде одинаковый. Моя цель — показать вам чемоданчики. Вот такой большущий чемодан. 200 бат. Маленький — 1100 бат. 1100, 1000 бат, 1500 бат. Сейчас я вам все покажу внимательно. 1900 средние, вот такие чемоданы. Такой красивый. С замками. Такой прям легонький. Вот такой стоит 1300 бат. 1200, это уже на одном замке. 1700. Они, кстати, еще такие прочные. Ну и вот такие 1800. Привет! Вот такой большой стоит. 200. Поменьше. 1900. Прям огромный сейл по чемоданам. Смотрите, какой выбор. Напротив у нас отель. Так, сейчас скажу. Топ-хаус. Что рядом-то здесь? Так, СИ 8. Так. Адрес вот. 6 Ю. Чемоданчики. Сориентируйтесь. То есть вот здесь цены вот такие. 1200-1300 чемоданчики стоят. Но они такие нормальные. 1100 вот такой чемодан средний, 1200 побольше, 1500 черный вот такой. Вот такие сумки стоят 459. Выбор вообще прям гигантский. 1900 вот такой бат, 1600. Тут же можно и купальники приобрести. 1300 вот такой большой желтый чемоданчик. Вот это 1400. Мягкая упаковочка. Тут же можно сумочки, кошельки. Вот такие мягкие чемоданы. 1300. 1200 поменьше. 1700 вот такие. Как из пластмассы. Такой магазинчик приятный, кстати. Очень мне понравилось. И вообще тайцы нравятся, спокойно реагируют. Вот в таком чехле 200 стоит чемодан. 1800 стоит. 1700. 1300. Ну и вот такие сумочки по 200 бат. Хорошенькие такие. Не знаю, натуралка, не натуралка. Навряд ли. Ну и кроссовки. Также рюкзаки здесь можно купить. Ну все, просьбу выполнила. По ценам, но вот такой вообще прям, он даже сверху, смотрите, закрывается этот чемодан, он прям вообще прочный. Но стоит, конечно, 200. Вот такая сумочка 399 бат. Такие вот чемоданчики поменьше — 1200. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Стрижки hair тут 250 бат. Сейчас зайдем с вами еще в аптеку, посмотрим цены там. Покажу вам актуальный прайс. На такси. Ценники. Смотрите. За один день 1000 бат. Находят торговцы свежей рыбой. И очень любит тайцы. Ну, а мы с вами сейчас посмотрим.
посмотрим цены в Бикси. Идем туда. Ну а мы с вами идем в Бикси, смотрим там все цены. Здесь курс доллара продажа. 35,88. Также здесь можно, вам могут и погадать за 99 бат. Ну, мы с вами посмотрим цены. Сейл 80. Юбочки, платьишки, сувенирчики. Я хочу в продукты зайти. Ну, зашла в Бикси, здесь цены подешевле. Вот, 72,23. Стейки. Куриные трошки. Мясо. И другое мясо. Цены здесь. Все. В принципе, вообще нормальные цены. Оп, какая красота. Смотрите, ребята. Вау. Это Бикси Экстра. Вкуснее. Ну вот. Вырезка 279. Ну, вообще мясо дорогое, если честно. 74 крючка. Здесь колбаска разная. Сейчас все подробно покажу, потому что многие вот это мне прям очень понравилось. Вот нарезочки, охлажденочка, порк, свинина. Здесь готовую еду можно купить мясную. 70 бат. Супчики 70 бат. Рыбку можно здесь купить, охлажденочку. Цены вообще нормальные. Реально хорошие цены. Вот, 69 бат. Прям вообще классно. А мы с вами сейчас посмотрим. 18 бат селедочка. Местная. Что-то хринтосы. Разные. Толсы. Вот 20 бат. Устанавливайте, смотрите. Остренькие. Чили, рыбка 65. Ну вот я тут, наверное, сейчас и прикуплюсь. Выбор вообще классный. Смотрите, 89 бат. Так, а ананасы? Сколько стоит? Не поняла. Цена 66,50. Манго. Угу. Нормально. Суши. Ну, фрукты вот здесь такие. 199 драгон. Бананы. Вот тут, конечно, выбор. Пассион фрут. Вот, смотрите. Ну-ка, сколько? Цена здесь 79 бат. Угу. 49 килограмм. Вот такое. 69 манго. Можно домой сразу вот так взять. Вообще классно. Угу. Так, ананас смотрим. Крупные 48 бат. Такие. Я сегодня, кстати, на рынке купила. Знаете, здесь сколько? За 22 бата за килограмм. Авокадо. 79 бат.
99 поменьше, они вот это больше любят, оно более такое вкусное. 29. Яблочки. Ну и здесь всякие хлопья. Эх, ладно, идем дальше. Минералочка. 99 бат. Ни разу не пробовала, кстати, минералку. Такая маленькая, 65. Минеральная водичка. Возьмем, попробуем. Кирье. Специи разные, соуса. Смотрите, сколько здесь стоит чай. Вот чай, смотрите, Дилмах. Брекфаст. Кетированный, но он дорогой. Смотрите, 275 бат стоит. Так, кофеечек. Смотрим. Растворимый, кстати, я взяла домой себе. Вот, видите, какой у нас кафе. Бренд 335 бат. Австралийский кофе. Вау, наверное, вообще классные. Ребят, не знаю, у меня, наверное, перевес будет. Австралия, видите, производство. Так, тут у нас еще есть. Дичку я уже взяла себе. Так, сейчас алкоголь еще вам покажу. Какой здесь. Вино. Нет, все закрыто. А, у них определенное время. Ну вот, отсюда вижу 345 бат. Коктейльчики 99. Так, Red Label 495. Ценник стоит. Gold Label. Жалко. Чивасы. Здесь купить. Вот такое вино 399. Кола 36. 23 бата. Цена. Ну и пиво здесь 54,50. Огромные бутылки. Пытаюсь вам показать поближе цены. Ну и ценники здесь. Сейчас сюда не пустят. Все равно. А я зайду в алкогольный там поближе, кстати. Энергетики здесь большая пачка. Цена. Так, что еще вам показать? Минералочка я себе взяла. Тут, короче, все, тут уже одежда пошла. Поэтому и Бикси. Огромный магазин, просто огромный. Но я все-таки, ребята, наверное, сейчас себе это кофеечек-то. Зайдем сейчас с вами еще в сувенирный магазин. Так, корма для животных. Давайте я вам тоже покажу. Сколько здесь стоит? 15 бат для кошечек. Самый дорогой. Колточка. А для собачек. Сколько стоит? Ну вот педигри, допустим. Маленький такой. Тут можно просто вот ходить, ходить целый день, ребят. Мы сейчас зайдем еще с вами в сувенирный магазин. Есть косметика, шампуни. Сейчас, если что-то интересное увижу, приближайтесь, смотрите цены, стараюсь показывать. Буду тихонечко идти. Так, крем от солнца. Угу. Невейки, вот они хорошие здесь у них. Ценники. Что еще здесь? Куча косметики, куча всего. Можно здесь набрать, что просто даже глаза разбегаются совершенно. Ну и Бикси стоят чемоданы. Вот смотрите, самое дешевое 899 бат.
1000 бат. Вот такие можно купить. Дезико 1190 бат, 899, вот такие, 1000, такие. Буду говорить погромче, чтобы меня здесь опять не забанили. Ну и останавливайтесь, смотрите, что многие об этом спрашивают. Какие цены? Даже, может быть, себе сейчас что-нибудь возьму. Бат. Стоят вот такие. Украшения. Такие маленькие. А, это подношение. Все. Слоники, фигурки, такие маски. Интересные. Таиланд вот такая. 100 бат стоит. Устанавливайте, смотрите. Так, зонт есть. Рогатки 50 бат стоят. Так. Такое панно 540 бат стоит. Очень красиво. Очень красиво, да. Так, это что? Шортики. Надпись Таиланд. Ложка. 145 бат. Сувенирный магазин. Можно я посмотрю и куплю что-нибудь? Такие кружечки. Подстаканник. Вот, кстати, вот что я хочу купить. 90 бат стоит здесь. Так, какой выбрать? Какой выбрать? Ой, крутки есть. Амулетики разные. Кстати, цены хорошие. Сейчас покажу, где находится. Это сувенирный магазин. Прям сувенирный. Здесь одни сувениры. Ложечки, ножи вот такие. Таиланд, магнитик. Цена 100 бат. Зеркальце, прикиньте, вот, классно. Прикольно. Сейчас возьму, наверное. Так, ручки Таиланд. Вазы. 120 бат всего лишь. Вот такая ваза Таиланд. Бусы. Смотрите, как красиво. 450 бат. Такие вот. Цветочки. Ой, сколько всего. Если вам нужны сувенирчики, вот видите, всякие пахучки. Это что? Цветы. Свечки, 100 бат, целая большая упаковочка. Если хотите какой-то сувенир из Таиланда, смело сюда приходите. Смотрите, чего здесь только нет. И такие бусы разнообразные. Все стоит очень недорого. Смотрите, Таиланд, вот, допустим, магнитик 35 бат. Кому-то привезти, милое дело. 30 бат. Цена такая, как интересно все это, сколько интересно стоит, цены не вижу. И вот это все здесь вот сувениры, здесь вот такие Таиланд брелочек 25 бат. Ну классные цены, вот наборы такие чайные тайские, кто очень любит. Вазы. Такая вот корзиночка 60 бат стоит. Цена. Такие брелочки. Упаковка целая 65 бат. Ну, здесь уже вот такие прям серьезные вещи. Вот такая змея. Сколько стоит? 8500 бат. Скульптура. Так, что еще? Показываем все сувенирчики по ценам. То, что вот сувенирные тарелочки 290 бат. Таиланд написано. I like Thailand. Есть подешевле. И за 200 бат вот такие поменьше.
есть вот такие. Сейчас покажу все. Ой, какая красота, ребята. Смотрите. 180 бат стоит. Прям вообще сувениры классные. Разные, красивые такие. Handmade. Видите, старинные такие. Что-то такое необычное. Можно даже здесь найти. Вот смотрите, например, такой ковш с Таиланда. Прикиньте, 90 бат стоит ковшка. Классно. Вот они, разная посуда. Видите, она как сделана. Интересно. Ну вот, допустим, это 55 бат. Так, я, наверное, сейчас себе ее и куплю. Потому что я такой прям, мне нравится. Такое необычное. Не знаю, разрешат, не разрешат они это мне вывести, конечно. Вот это 55 бат стоит, допустим. Такая штучка. Интересно. Handmade. Вообще класс. Слушайте, супер. Я хочу такую штучку себе взять. Пусть это как бы... Интересно же. Очень интересно. Смотрите, из кокосов маленьких сделано. Вот это вот. Маски вот такие жуткие. Ну, давайте еще пройдемся быстренько, посмотрим, что еще есть. И картины. 400 бат стоят. Фигурки. Шляпы. 65 бат. Кто хочет себе вот такую шляпу, покажу вам ее на себе. Ну, я теперь истинная тайка, ребята. Так что здесь вообще, ну, цены прям такие классные. Слушайте, сейчас еще покажу. Вот такая соломенная шляпа. 65 бат всего лишь. Ой, как красиво. Но ракушки я боюсь покупать, потому что их могут не разрешить вывести. Посмотрите, какая красота. Китайцы очень любят все это украшать. И у них настолько это все развито, что невозможно просто... Ну, сколько вот такая? 165 бат, допустим, красивая такая тарелочка. Вот такие сувенирчики. Такие сувенирчики. Давайте еще сюда пройдем. Огромный сувенирный магазин. Просто огромный. Просто огромнейший. Вот видите, все сувениры, 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 сувениры. Такие, допустим, кто любит. Made in Thailand. Бабочки сушеные. Здесь у нас браслеты тайские 125. Очки. Это у нас уже мыло пошло. 60 бат ценник. Такое мыло есть 35. Вот такое 35 бат. Вот какая красота. Все-таки они умеют, тайцы, удивить, ребята, честно, умеют удивить. Я вот сейчас иду, и у меня просто вообще, вот смотрите, такая шляпа сборная, причем маски разнообразные. Я вообще в шоке. Вот такие картины, допустим, с надписью «Таиланд» стоят 580 бат. 265 бат. Вот такие веера разнообразные. Смотрите, как красиво. Ой. У меня просто глаза разбегаются. Вот 3D-картины, смотрите. Прямо на вас смотрят котики, собачки. Такие огромные картины. Сколько, кстати, она стоит? 1650. Подушки из Таиланда. Вот такие можно купить. По 100 бат вот такие подушки. На подарочек. Сумки тайские. Слушайте, я удивилась. 200 бат. Смотри, какой хедмейт. Какая красота. Ну, это же ручное все. Как они все делают. Вообще я в шоке, ребята.
они все это делают. Это же ручное. Все ручное. Все такое необычное. Такое, это что такое? Тоже какой-то этот подарочное все. Сумка, смотрите, какая. Ох. Я вообще в шоке. Смотрите, какая сумка интересная. Сколько она стоит? Интересно. 990 бат вот такая сумка стоит. Это что, натуралочка, что ли? Ну, вроде как, да. Похоже на натуральную кожу. 300 бат. Ну, не знаю. Навряд ли, конечно. Такие вот. Можно купить рамочки на подарок с Таиланда. Ну, цены вообще мне прям удивили, честно. А я сейчас... Вот такая 200 бат стоит штучка. Спасибо. Так, а можно мне... Так, вот такие слоники. Сколько здесь? 60 бат. Стоит. Так, я сейчас возьму сувенир тоже для себя. Возьму какой-нибудь... Ну, такой легонький, чтобы мне не... можно было унести, так скажем. Я хочу вот этот вот из кокоса взять все-таки штучку. Я ее сейчас куплю. Вот, смотрите, как красиво. Тут даже ваза, наверное. Такая ваза для фруктов. Прикольно вообще. Вот мне понравилось, слушайте. Простая такая, деревенская. 55 бат стоит всего лишь. А я возьму вот такую. Мне вот это очень понравилось. Такая штучка за 90 бат. Классный сувенир, классный подарок, я думаю, будет. Ну, я пойду покупать. А вы наслаждайтесь. Ну, не забудьте про лайк поставить. Здесь. Я думаю, всем это будет интересно. Самсон здесь 150 бат. 145. Apple виски 1600, Дженнисон 1345, Чивас 1700. Так, ну и пиво посмотрим. Пиво 39 чанг, 48 лайт. Настойки. Смотрите, останавливается. Капитан Морган 795. Лана Клуб. А водка. Водка написана 390 бат премиум Смирнов. По кардеровым 850. XO какой-то 595. Финляндия водочка 479 стоит. Абсолют 1000 бат. Так. Белая березка 1970 бат. Прикиньте. Ну, останавливайтесь, смотрите цены. Я не знаю, что вам показывать. Вот такой 999, 690 мартини 1000 бат. Да дороговато вообще-то. Ну и шкалики по 180. Соке, соке. Соке. Ну, винчик. Сейчас вам покажу. Триста пятнадцать. 210 фруктовое вино. Устанавливайте, смотрите цены. Вот такие вина еще есть. Франция. Ну, Франция.
есть Франция. Вот такой у нас, кстати, тоже продается Италия. 720 здесь. Ну, сейчас с вами выйдем. Кстати, здесь ничего не буду. Ну, еще немножко видов Паттайи центральной. Сувенирный магазин находится напротив Бангкок Клиник. Не потеряйтесь. Это центр. Но вы обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Татьяна Деревенька. Пока-пока. Пока-пока всем, ребят. До скорых встреч.